Коллеги, выставка Retail Tech продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию сегодня представляете? Да, спасибо. Меня зовут Дмитрий. Я представляю проект Cart.me. Это IT-решение для ритейла, с которым мы сюда приехали и ищем партнеров на российском рынке. Проект родом из Беларуси. Мы развернули его, мы там добились успеха, но так как проект с таким серьезным международным потенциалом, собственно, мы ищем выход на крупные рынки, которым, собственно, российский рынок и является. Я так понимаю, на нашу выставку вы возлагаете такие надежды познакомиться с новыми партнерами и показать свой продукт, который уже себя зарекомендовал. Да, все верно. Наше внимание привлекает этот форум, потому что, насколько я понимаю, он проводится впервые именно в таком формате, как Retail Tech, то есть решение, IT-решение для ритейла. То есть это как раз то, что мы делаем, поэтому это, конечно, очень интересно, и мы поспешили сюда. Спасибо огромное. Я надеюсь, в следующем году мы снова вас увидим уже как крупного игрока нашего рынка с нашим партнером. Спасибо вам огромное. Спасибо большое.